работу. Компанили. Красавчик. Почти пришли, дыхание сбивается. Мы в горах. За нами следует еще 3 человека. Попутствующих. Отлично. Работа еще не выполнена. Еще есть много впереди. Хруст камня под ногами. Сбивающееся дыхание, учащающийся пульс. Чем хороши дистанции 2500 метров? Тем, что уровень кислорода достаточно комфортный. И можно позволить себе двигаться немножко быстрее, с ускорениями. Для того, чтобы почувствовать драйв. Вот это легкая задышка. И вот это зрелище. Ни с чем не сравнимо. Вперед. Тяжело. Но надо идти вперед. Маленькими шагами. Большие шаги в горах. Это не тема. Маленькие шаги. Только так. До встречи.